Мы сегодня делаем весенний день рождения. У нас тут уже почти все готово. Некоторые работы заканчиваем. Так, тут у нас салава. Удочка, покажи. Сюда, поверни. Что написала? Корм для утенка. Так, тут у нас пейзаж свой. Придумываем, да, с корабликом. Вероника, покажи. Ну-ка, дай сюда повернуть. Вот, дерево, бабочки, да, и счастливые, как всегда, люди. Так, тут у нас вот такой вот закат с деревьями в лесу. Угу. Вот этот вот дальше бережочек. Здесь у нас дельфинчики плавают. И тут у нас уже второй рисунок Лиза делает. Это твой Миша. И потом покажем вам результат нашей работы. У нас тоже есть Миша, который пытается нас убить. Она про своего. А Миша у нас в школе пытается один. У нас там и Маша. Миша шил и Миша смайл. Так, у нас продолжается весенний день рождения, очень много работ. Да? Давай покажем. Самира, куда ты падаешь? Утенок тут у нас у Лизы. Дельфинчики. Так, сверху у нас там еще много работ. Вероника. Бабочки с деревьями, да, красиво. Так, тут у нас Лиза успела даже две сделать. Так, вот. Сова у нас тут такая красивая появилась. Так. Вот, почти все готово. Ко второй партии весенних дней рождения. Весной у нас много очень дней рождения, поэтому мы всех поздравляем.